создании или в работе Альметьевского нефтяного института мы будем участвовать. Только под «будем участвовать» это не говорит о том, что мы будем его включать в свой состав. Это покажет время. Я уже говорил, для этого нужно, во-первых, согласие учредителей и собственников, а они являются Республика Татарстан, Альметьевского нефтяного института и учредителей Федерального университета, то бишь Министерства образования и науки. Значит, если такое согласие будет получено с одной стороны, и это приведет к улучшению работы и Альметьевского нефтяного института, и нашего университета, то решение будет принято положительно. Если такого решения не будет, мы в любом случае будем проводить работы по сопряжению наших программ. Они должны быть сквозны для того, чтобы выпускники Альметьевского института могли поступать к нам в магистратуру и аспирантуру, а наши студенты могли использовать базу площадки Альметьевского института для базы практики, поскольку там находится одна из самых крупных в Российской Федерации нефтяных компаний, с которой мы сотрудничаем сегодня. Значит, мы также будем принимать участие в праздновании юбилея Альметьевского института, более того, ваш покорный слуга включен в оргкомитет. Есть два варианта сотрудничества, которых я акцентировал ваше мнение. Еще раз повторяю, первое – это объединиться, да и юридически второе – юридически не объединивши, объединить усилия по подготовке специалистов. Те и другие варианты для нас приемлемы. Значит, по приобретению собственной нефтяной компании, значит, мы такую работу ведем на сегодняшний день. Ну, как любая вещь, связанная с цепотрусом, она непростая. И я бы не хотел озвучивать, что мы делаем и как делаем. Но хочу только сказать, это не обязательно, потому что, что эта компания будет находиться на территории нашей республики. Нам эти вещи нужны для апробации собственных исследований и собственных разработок. Такой же принцип мы делаем везде. То есть нам сегодня университет, я как-то уже говорил, он переходит на модель образовательного учреждения, научно-исследовательского учреждения и технологического учреждения, которое подразумевает под собой наличие площадок для трансфера технологий. В медицине это наша клиника, значит, при школьном образовании, когда мы готовим учителей, это наши собственные лицеи, это опытное производство нефтехимии, которое мы тоже либо делаем у себя, либо участвуем в основных капиталах тех небольших компаний, которые обслуживают нефтехимический комплекс. Ну, в частности, это фабрика по производству катализаторов. Мы там можем присутствовать, потом можем продавать. Самая наша главная вещь – это не зарабатывать только на этом, да, а мы должны осуществлять в том числе и авторский контроль. Это можно, конечно, делать по-другому, то есть передавать по договору лицензионному и получать роялти за эту работу. Сегодня наши представители работают, я имею в виду Института геологии и нефтегазовых технологий, как за пределами страны, так и внутри страны с разными компаниями. Если нам будут представлены просто полигоны для разработки и испытания наших технологий, нам этого будет тоже достаточно.